Вот уже третий год, как наступает потепление на улице, у нас наступает проблема всего подъезда. Проблема наша в том, что течет крыша. Крыша течет вплоть до того, что по подъездам нужно ходить только с зонтиком. Вот. Ну и в итоге промокает стена под подоконниками, промокла вся кирпичная кладка. И в прошлом году ночью было сильное, обрушение стены, что ли. Камнепад. Хорошо, что да, произошло это все ночью, и поэтому как-то без жертв обошлось.